Всем привет! Сегодня у нас 10 сентября 2023 года. И, конечно же, за моей спиной, естественно, находится картодром ЦТВС Москва. А здесь у нас сегодня проходит Кубок Кая уже не в первый раз. Лучшие гонщики, наверное, даже не только Москвы, но и страны собрались здесь для того, чтобы побороться за главные призы от компании Rolling Moto, ну и, конечно же, Кайо. А вот уже стартует первый боевой заезд класса Супермото, где у нас участвуют большие взрослые мотоциклы объемом 450 кубических сантиметров. Количество участников небольшое, но все равно битва будет интересная. Это профессионалы, ребята, которые уже подготовили свои мотоциклы, что примечательно. Действительно, здесь все по высокому уровню. Конечно же, грелки на покрышках. У многих ребят еще есть даже запасные все вещи, детали. И поэтому сейчас мы будем наблюдать за первым интересным боевым заездом. Ну а теперь давайте поговорим о том, почему все-таки Кубок Кайо и что же это вообще за питбайк. Это уже готовый из коробки спортивный снаряд. Здесь алюминиевый, мощный, крутой маятник. Прочная, стальная, усиленная рама. Конечно же, руль 28 переменного сечения. Передняя подвеска обязательно с регулировками сжатия, конечно же, отбоя. Задний амортизатор также полностью настраивается. Ну а сердце здесь это уже всеми нами любимый UX-160. Два клапана, это 16 лошадиных сил на колесе, что действительно неплохо. Но эти моторы вообще еще доморачивают, тюнингуют. Где-то порядка снимает 26-25 лошадиных сил. Это действительно много, но даже в стоке уже на этом питбайке можно реально поучаствовать в Кубке Кайо не только в любительских классах, но и в классе Pro. Это отличная пушка для того, чтобы начать свою спортивную карьеру. Вот и завершилось уже награждение победителей. Всех, кто участвовал, хочется сказать вам большое спасибо, что приходите, поддерживаете спорт, делаете его таким вот классным, отличным, ну и, конечно же, визуально приятным. Спасибо всем за борьбу. Ну и, конечно же, большое спасибо этому прекрасному ЦТВС Москва. Здесь отличные мероприятия. Конечно же, мотосалон Rolling Moto. Можно всегда прийти, записаться на тест-драйв, попробовать технику и, конечно же, даже на месте ее купить. С вами был Евгений Пронин, команда Rolling Moto. Оставайтесь с нами. Пока-пока.